Сегодня съемочная группа ЗапТВ отправилась в рейд вместе с сотрудниками Россельхознадзора. В преддверии дачного сезона необходимо убедиться, что семена реализуются в соответствии с законодательством. Первое и самое главное правило – это не приобретать продукцию в сомнительных торговых точках, где вам не могут предоставить документы, удостоверяющие ее качество. При покупке покупателям в первую очередь должны обращать на маркировочку, где указана культура, сорт растения, также указана партия, дата фасовки и, самое главное, фирма, кем изготовлены семена. Должны быть внесены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. То есть те сорта, которые не включены, их нельзя использовать на посев. Следует обращать внимание на самые простые вещи. Например, яркая упаковка не всегда гарантирует качество. Очень часто отечественные семена хранятся в простых белых пакетах, но и они дают хороший качественный урожай. Также сотрудники Россельхознадзора считают, что многие просто не знают, куда идти, если их что-то не устраивает. Бывает, но очень редко. Хотелось бы, чтобы все равно народ обращался, но многие просто не знают, куда и как обратиться с этим. В основном идут всегда в магазины, то есть где покупали, туда и идут, что у них что-то там не взошло, что какие-то нарушения, какие-то проблемы с семенами. К нам очень редко обращаются. За время таких проверок в 2018 году выявлено 170 нарушений законодательства в области семеноводства, отсутствие документов и маркировки на упаковочной таре. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗапТВ.